Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал, ставший традиционным видео о покупках из фикс-прайса. Но прежде я хочу сделать небольшое объявление, ссылочку я оставлю в правом верхнем углу. Я выпускаю свой бьюти-бокс, боже, наконец-то это случилось. Пройдя по ссылке, вы сможете посмотреть наполнение коробочки, так же, как она работает, а также узнать, с кем совместно я сделала это чудо. Действительно бюджетное чудо, которое косметические продукты, которые, будучи совершенно-совершенно бюджетными, претендуют называться профессиональными. Итак, поехали дальше, девочки и мальчики. Косметичка очень хорошая, очень качественная, хорошо прошитая, все супер, но у нее ужасный запах. Прежде чем положить ее в стиральную машину, я решила показать вам, как она выглядела. Запах настолько ужасный, что его не отшибает даже парфюм Versace. Даже ароматное масло не отшибает этот аромат, в кавычках. Ну, может быть, постираю несколько раз, и все будет супер. По наводке Кати Доники, Екатерина Доника, блогер, я купила вот такие маркеры. Они утверждают, что могут писать на всяких разных поверхностях, и когда просыхают, они не стираются. Мама давно просила у меня приобрести молоточек, вот такой хорошенький, за 50, там, 3 рубля я купила в фикс-прайсе. Я думаю, что он будет неплохо работать, и такая прорезиненная ручка, очень удобно держится в руке, маска, охлаждающая либо согревающая, но как бы больше она такая трэш-видео, фото, такая вся тамблер-маска для красавиц. Лак, разумеется, не могла пройти мимо, мне нужен был белый лак, который бы нормально сох. Я скажу вам, что вы наносите на ноготочек основу, потом тонкий слой, который будет полосить, даете всему этому просохнуть благополучно, потому что основа достаточно быстро просыхает, фикс-прайсовская. Ну и, соответственно, потом еще слой лака, и уже когда все это просыхает, еще раз вы покрываете это топом. В общем, все хорошо, держится бронебойно, все отлично, все замечательно. Вот такой новый массажер и реснички. Реснички я там беру постоянно. Вам рекомендую. И они работают как на съемочном павильоне, так и на мне при съемках видео, когда я особо в ударе и хочу наклеить себе ресницы. Здесь, конечно, самая важная фишка – это клей. Клей я вам советую прорезиненный, по японскому рецепту, сделанный в Китае. Клей называется Opera. Когда он высыхает, он превращается в белую прямо резиночку, прям резиночку, которая тянется. Очень комфортно для моделей, и все хорошо. А также я приобрела еще в фикс-прайсе интересного и нового. Это фигурные блокноты, их очень много. И также еще парочка покупок. Виски за 45 в горизонте. И вот такую открывашку Regent. Это итальянская марка, достаточно качественная. Я тоже могу вам ее рекомендовать. Резиночки для волос чуть не забыла. Резинки для волос, они очень тонкие, незаметные. И я думаю, что очень-очень-очень комфортные. Не очень большие покупочки были у меня в этом месяце. Но также я постоянно беру там всякие горшочки, емкости, всякие разные, там, не знаю, вазочки и все, что может быть претендентом. Цветы беру декоративные. Тоже нормально, можно красиво украшать и дом, и не только дом. Соломка, она же травка, она же стружка желтого цвета, смотрится очень натурально. И аква грунт. Подписывайтесь на мой канал, если этот обзор был вам полезен. Всем всего хорошего, пока, всех. Забудьте посетить мои покупки из Эрмага, а также мою бьюти-коробочку, чтобы посмотреть ее наполнение. Всем желаю счастья. Обожаю, обожаю
обожаю и люблю не только косметику, но и вас, мои дорогие. Поэтому чаще заходите ко мне в гости. Всего хорошего!